Верхний пруд льда не видно, сверху снег, и он активно тает. Снизу лед, но он подтачивается течением и талыми водами. Вроде бы лед толщиной 30 сантиметров, на самом деле он становится рыхлый, пористый, что может привести к несчастному случаю. Так что, уважаемые жители города и гости, большая просьба, как можно меньше выходите на лед. А лучше вообще не выходить. Такой рыхлый лед не будет трещать под ногами. Провалишься сразу и неожиданно. И сократишь себе не дорогу, а жизнь. Не, я не хожу. Почему? Боюсь. Ребятишек ругаю, а их что? Они уже взрослые, что их ругать? Они сами уже знают, что делать. Вон трое стоят. Тоже рыбачат, наверное. Рыбачат, невзирая на опасность и предупреждение спасателей. Кстати, в ближайшее время ситуация на водоемах будет только осложняться. В ближайшие дни сохранится аномально теплая для февраля погода. Днем, возможно, будет даже до плюс 6 градусов. Штрафы за выход на тонкий лед не предусмотрены, но у каждого должно быть чувство самосохранения. Арина Макарова, Константин Белов. Наше время.